Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас пятница, 9 сентября. Сегодня пост. Сегодня был распят Иисус Христос. He is risen. Он воскрес. Он, с большой буквы, Иисус Христос. Я нахожусь в этой вот в туалетной комнате, в ванной. Здесь на верхнем этаже. Вот та, которая голубая. В общем, сегодня мою я. Мою, чищу. А муж уехал со своими двумя братьями на рыбалку. Они даже не зашли. Братья не сказали мне там доброе утро или что-то. Вот. Такое вот неуважение. Как будто я тут никто. Сегодня 9 сентября, ровно 4 недели, ровно 4 недели, вот 4 недели назад, 12 августа, мой муж, вот с которым единственным я венчана, назвал меня сатаной. Да, и сейчас он требует, чтобы я все это забыла, а я, знаете, вот не хочу забывать. После этого я повезла в Колорадо. Ну, конечно, была длинная история, но вот сегодня пятница, я мою. Утром я помолилась, в общем, утром, вчера вечером договорились, Дженнифер хотела к подружке ехать на sleepover. Sleepover – это вот ночевать, остаться. Я позволила и сказала ей подготовиться. То есть подготовить свои вещички, там, пижамку, потому что после школы она, план был такой, что она не заезжает домой, а едет, там, вот записки, едет на автобусе с подружкой после школы, к подружке домой. А вот сегодня пятница. Пятница не развратница, а вот пятница молитвенница. И, знаете, у меня такое, если очень плохо, вот реально плохо, что все валится, вот валится вокруг, но Господь не спит, Он все знает, и для меня лучшие решения были, знаете, помыть возле себя. Я имею в виду отхожие места и так далее. И вот я поставила стирку, меняю белье. Утром я не ела. Я нарушила чуть-чуть пост. Я кофе выпила с молоком, и все, но я еще не ела, вот 10 утра. И, знаете, вчера я рано пошла спать, и в 10 часов вечера, ну, я собиралась молиться в час ночи. Обычно вот Бог через кого-то там, через собаку, вот обязательно меня будет, вот обязательно будет, вот в час ночи. В час ночи сегодня в час 30 тоже разбудил Господь, но я не молилась за вот души убиенных младенцев. Смотрите, в 10 часов вечера, в общем, я проснулась от крика. Стив кричал такое, я вообще перепугалась, думаю, что такое. Вот такие, такой громкий разговор, такой шум вот здесь вот рядом, и с Даниилом, и Дженнифер, я посмотрела на время, 10 вечера, дети должны спать. Я же сказала подготовиться, Дженнифер. Я вышла, они тут здесь танцуют, кричат, а потом муж еще со своим товарищем, в общем, так орал там, ну, по телефону. За какие-то вот, за футбол там эти вот, и за демократы, в общем, это знаете, какая-то вот бесовщина, чертовщина. Я говорю, ты меня разбудил. Я говорю, ты мог бы вообще так не орать? Дженнифер ушла спать. Я не проверяла, подготовилась ли она. В общем, утром я увидела, что она не подготовилась. Она наказана. Она не пойдет на sleepover. И, значит, она, у нее там истерика была с утра. И я говорю, это что за непослушание? Я твоя мать. Пятая заповедь. Пятая заповедь. Ее никто не отменял. И пятница. И вот это вот все делается, ребята, там, дорогие мои, мне не нужна жалость. Я говорю, не ищите жалости к себе. Бог, Он не спит, что бы ни творили. Знаете, вот у меня такое, вот, не переживай, Оксана, ты на правильном пути. Потому что это неверно, потому что если мать сказала,
слово, и я мягко сказала подготовиться ей, сложить и зубную пасту, и щетку, и этот вот, и белье, и пижаму. Этого ничего не было не сделано. А я имею право наказать. Девочке 11,5 лет, даже не 12, она находится как под маминым воспитанием, так и под отцовским. Особенно под моим, потому что я взрослая девочка, она маленькая девочка, я мать. И я знаю, у нас абсолютно разные органы, ну, не абсолютно, но вот внешние, репродуктивные и так далее. И Стив понятия не имеет, что и как мыть, что там Дженнифер моет, что не моет. Вот я в таком плане. Так вот, Даниилу я тоже, я пожелала им всем, но вот утром, во-первых, Дженнифер наказана, она ушла в истерике. Так, будем смотреть, потом буду беседовать. Стив ушел тоже, значит, он мне ни слова не сказал, ушел с братьями, они, братья оба, самый старший, Пол и Фрэнк, значит, даже не зашли, не сказали там «доброе утро», вот как хозяйки, не оказали мне уважения, хоть я здесь 14 лет проживаю, а мою вот все туалеты. Вот знаете, я здесь бесплатная посудомойка, туалетомойка, вот это вот ракомойка, раковомойка. А для Бога я мать троих. И мать двоих сыновей. У Стива один сын, один его по крови, один сын, которому только что исполнилось 13 лет. 13. У меня два сына, одному 30 лет, которого он унижал. И мне показывал, знаете, вот всякие мелочи об Артуре, а на своих собственных детей, знаете, вот типа не трогай, а детей девочек. Девочки, которые уже совсем не девочки, а взрослые женщины. И младшая, которая клеветала меня, и до сих пор вот эта клевета живет. И знаю я правду. А я знаю правду, зачем вот она лгала и все. И, знаете, я топить никого не хочу. У меня нету такого желания топить. А у меня есть желание, знаешь, предупредить, знаете, предупредить, потому что Бог не спит. Он не спит. Он никогда не спит. Его глаз, его око, его охо, вот его, то, что он смотрит и следит, даже из ада, только надо уметь там увидеть. И надо вовремя успеть покаяться, потому что можно не успеть покаяться. И смотрите, у меня вот то, что я говорю, валится там все, а мысли не валятся. Вот есть направление, Господь, а дети, они мне не принадлежат. Они под моим воспитанием, под моим и под мужа воспитанием. И не имеет права мой муж, знаете, за моей спиной или втихаря называть меня «она» при моих детях, тянуть одеяло на свою сторону, указывает мои негативные какие-то эти вот. Вы знаете почему? Потому что если я покажу реальные негативные, если, допустим, он умрет сегодня или завтра, и Господь в первую очередь покажет, я ему это сказала вчера, все слезы мои, все слезы, когда я была беременна, все эти 14 лет, сколько я проплакала, сколько он меня унижал, унижал мое достоинство человеческое. Человек, который мне говорит о любви, то, что во мне нет любви, он вообще понятия не имеет, что такое обычное уважение. Обычное уважение. Смотрите, я, в общем, что я сделала? Пошла, поставила стирку, так отмываю, очищаю, потому что пауки и дом филфи. Филфи грязный, вонючий, вот, не помогают. Не помогают. И никакого уважения, и никакого спасибо за то, что я это делаю. А знаете, каждый раз, когда я смотрю на унитаз, я вспоминаю, как я 7 лет вот эти вот унитазы с отходами мыла вот этими вот. И вот посмотрите, вот это мне еще вот поменять. Вот это вот. Это так. Вот это все грязное, значит, здесь сопли и так далее. Вот от вот эти тишью. Потому что моего мужа удалены аденоиды, и у него вот просто нос льет, вот это вот сопли постоянно льются. И вот эти вот, вот это вот мне вот все надо менять. И маленьких мешочков нету.
Значит, мне нужно перебрасывать в большой, маленьких нету, а у меня денег нету, потому что я до сих пор, вот я еще, ну, Колорадо я все вложила в поездку в Колорадо, и я еще должна, ну, в общем, так сказать, пенсия, эта помощь от государства придет 18-го, и там у меня уже, мне там платить надо и за Дженнифер, и телефон, и за ее эту скрипку, и за фигурное катание, и за коньки нужно будет. И, в общем, все это с Божьей помощью, и, дай Бог, завтра не умру, в общем, как-то выплачу. Даст Бог, нет, так будет должен, значит, Стиву. Теперь смотрите, вымыла я это, грязное филфи было, теперь оно чистое, вычистила. Зеркало вычистила, второе вычистила. Так, здесь все чистенькое. Это я все забирала. Вот все вычистила. Ванна грязная до ужаса. Она вся тоже очень филфи. Вот грязная, грязная. А сейчас я вот буду, я просто поэтому не хотела мыть. Сейчас покажу. Это все, посмотрите здесь. Вот в эти все слезы, то, что я рыдала, объясняла, как ты мог меня назвать. Вот. 4 недели, я говорю, как ты мог меня сатаной назвать? На полном серьезе. Да что это такое? Это что такое, что за муж меня, жену называет сатаной? Это просто, вот, сатана не будет вот это мыть. Сатана не будет рожать детей, знаете, и воспитывать их в Божьем слове, и вот себя требовать, и, знаете, вот из детей требовать, и говорить о своем опыте жизненном. Я не соплячка, я мать троих, и моему старшему сыну 30 лет, и столько, сколько мы повидали, знаете, не каждый может повидать, и такие, какие свидетельства мы с Артуром можем делать. Знаете, люди, когда мы начинаем говорить, просто челюсти падают, они даже не понимают, очень часто не понимают, о чем вообще мы говорим. И когда, значит, я прожила 10 лет, вот, в доме, похожем на этот вот, знаете, на какой-то старый лазарет, вот здесь вот все было черное, это я красила. И когда мне муж отказался красить, говорит, тебе надо, ты крась, а я типа накрасился. И красила я, и стены я. Знаете, почему он сказал? Я не собираюсь дышать этим вот и портить свое здоровье. И не хочет он ни туалеты мыть, 14 лет, ничего, чтобы свое здоровье не портить. А у меня в пятницу, вот 12-го, у меня период мой начался, и меня муж сатаной назвал, и сейчас у меня вот опять нарушение цикла, заливало вот как этот вот, как река 6-го числа у меня началась, вот сегодня 9-е, просто 6-го. В общем, гемоглобина, да я к тому, что не знаю, на каком там уровне, наверное, упал, и все равно я пощусь, все равно славлю Господа. Даст Бог, знаете, Бог дает силу, Бог дает энергию. Вот, Господа, держись и очищаю вокруг себя и слова, и его душу, и дух, и все, и Господь с вами.